кодовое название телефона MDG6. Это у нас Redmi Note 5, по-моему. Да, Redmi Note 5. Смотрю в Гугле. Менять будем дисплейный модуль. Включаем. Такой вот слот на две сим-карты, на карту памяти. Пластиковая крышка. Что-то я думал, что она алюминиевая. Так, все предельно ясно, но вот здесь ничего не вижу. Такой вот проклеенный разъем тачскрин, подсветка заклеенная, драйвера, наверное, надо будет заклеить, шлейф со скотчем заклеенным, короче, все. Все понятно. Давайте проверим дисплейный модуль. Снимаем заглушку. Так, а как мы ее проверим, если мы не сможем застегнуть тачскрин? Включаем сепаратор. Разбираем дисплей, нижний модуль, под которым, вероятно, подстегнут тачскрин. Да. Вот он тач. Так, дисплей у нас идет под батареей, то бишь следует снять батарею. Что, но демонтаж батареи на этих моделях проще, чем на Huawei, к сожалению. Вот, точнее, ну да, кому-то к сожалению, кому-то к счастью, на Huawei постоянно приходится потрудиться, чтобы снять батарею нормально. Итак, друзья, оставлю на сепаратор, дисплеем вниз, нагреваем. Температура сепаратора у меня 100 градусов.
Не знаю, сколько стоит дисплейный модуль, принес клиент. Я думаю, цена его колеблется от 20 до 30 евро. Я так полагаю. Достаточно толстый дисплей. Итак, давайте попробуем оторвать. Сколько секунд? 10-15 прошло, как я его поставил. Как видите, уже достаточно легко отходит. Ну-ну. Да, вот как я и сказал, заклеенная на оригинале. Давайте переклеим кусок картонного скотча на новый модуль. Что у нас тут еще? Небольшая тонкая прокладка от передней камеры. Тоже давайте ее перенесем. Подсветка проклеена. Вроде бы все. Проверим дисплейный модуль. Застегиваем тач. Ставим батарею. Так, кнопка включения у нас внизу. Вроде все работает. Без глюков. Вырубаем.
Включаем дисплей, батарею, тач. Здесь у нас был удар, рамка немного повреждена. Нормально. Не убитая. Тут все чисто, не знаю смысла, не вижу смысла обезжиривать. Телефон чистый достаточно. Давайте пройдемся и за пропилом. Так, смотрим, как он приклеен приблизительно. Наносим клей. Так. Вставляем дисплей. Отлично сел.
Давайте посадим батарею на 3М, как обычно. Вставляем нижний модуль. Ставим заглушку. И ставим зажимы. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Это был Note 5 Redmi. Подсыхает дисплейный модуль. Около часа он у меня где-то будет стоять. Час-два. Ставим крышку, слот и возвращаем клиенту. Всем удачи в работе. До новых встреч.